О боже, у меня в номере собака. Уф. Очень милый, уютный. Из окна прям видно площадь Восстания. Так, по-моему, называется, да, это место. Очень красиво. И, конечно же, внизу обязательно атрибут – это шаверма. Так непривычно шаверма. У нас там на шаурма. Я тоже когда-то хотела сделать, но из-за того, что очень много надо было всяких подготовок совершать, шить, я обленилась и решила, что делать не буду. It was at this moment he knew. He fucked up. Ничего. Очень клево. Это тайяки. Традиционное японское кушанье, сладость такая. В виде рыбки, внутри с начинкой. Из адзуки или из чего-нибудь другого. Адзуки – это японские бобы, если что. Это очередь, я так понимаю, стоит те, кто хотят зарегистрироваться на турнир по PUBG. Кто-то из этих несчастных, наверное, будет со мной в команде. Здорово, малышка! А что у тебя, в руке? Здорово! Начало позора! Поздравляю с победой! Победа вместо обеда! Два кило, а у вас сколько? Пять. То есть ты самый скилловый игрок здесь? Эх ты! Проигрок. Ты проигрок? Очередная победа. Накладная борода. Какая? Сегодня нет. А, ну ладно, блин.
госпожа ведущая, Дина, блин. Нравится быть ведущей? Кто знает, что я буду играть лучше, чем на выигрыше? Что ты должен делать? Ты должен тесть банан. Да прекращай! Нет, спасибо. Смотри, берешь вот так. Можно сделать вот как-нибудь. У меня аллергия на бананы, бля, сдохну. Я серьезно говорю. Серьезно? Нет, спасибо. Не, серьезно, их надо есть. Покажи, давай. Филяргон. Покажи, как есть бананы. У меня маль. Как кусать банан, покажи. О, нет, прекрати. Вот это сожжено. Пошел ты. Вика. Это Майнкрафт из тебя это сделал? Это Майнкрафт! Не сегодня же. Можно на ней готовить прям. А что в коробке с бантиком? А это вот. Вскрываем коробку. Там она пишет 1080 FPS, 1080p, 15 FPS. А почему? Нормально. Глазок. Проводок. Это просто китайская камера, да? Да. Еще переключиться на 720 FPS. 720-30 FPS. Что такое мультибенд? Ну, в общем, ты сзади крепишь на телефон и можешь, типа, там палец вставить и он держится. Круто! Значит так, правом сим повелеваю. Что? Все. Доставить еще пиццу. Дайте мне еще еды. Я же в Индии была. Точно, ты же была в Гоа. Да, и поэтому я... Ну, слушай, ну что там грязно, ужасно? Там и... замечательные коровы. Я была в Индии, там очень грязно, там нельзя вообще нигде есть на улице, и в ресторанах тоже ужасно, и грязно. Я же женщина, я сама готовлю. Так что позвоните. Влюбляйтесь в Вику Картер. Я бы не звонил. Ты бы не позвонил? Ты такой же. Пачка. А у тебя? Ты свою пачку. А у тебя? У меня все нормально, я вешу 60. А я вешу 94. У тебя есть какая-нибудь коронная фраза для этого костюма, которую ты всем говоришь? Молчать. Ну, не разговаривать. А что ты делаешь? Ты просто ходишь в этом костюме или ты выступаешь где-то на сцене? Ну, я, ну, как бы, ну, в костюме я, ну, как бы, не в качестве костюма выступаю на сцене. Я только что вот на стриме играл в игры. И в нем как раз-таки не очень неудобно это делать. Но он удобный. А как же ты ходишь в туалет? Очень простой ответ. Никак. Я не знаю, мне пока вот не захотелось. Молодец. Передник. Три. Пять. Угу. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сим имя Реков и... Неужели это ты? Хочешь, я покажу, куда настоящие Алексей Пахарчук здесь? Все самое ценное. Это ты, все, супер. У меня есть телефон. Сим Кафаров. Скидаров! И Андрей Никитин. Нет телефона. Нет у него. Смотри, держи, как он это делает. Держи. Я смотрю на это и понимаю, что это должен через... быть гольфик. Ты идешь к себе. Все просто. We'll be right back.
давай это щу! 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 Мне стыдно каждый раз. А ты играешь в Sims на стримах? Запустил один раз, у меня онлайн так поднялся, и все. Ты что, серьезно? Я понял, что играть. Подожди, что ты там делаешь? Да не, раз в 4 играл. Да, я кому-то накачал, чтобы они резали друг друга. А, ну понятно. Да. Они все время на молочке.